Будущий журналист Азамат Мохамбет прилетел с Астаны. Он студент второго курса Евразийского национального университета имени Гумилева. Азамат – единственный представитель столицы, будет участвовать на турнире дебатов «Жубанов Кап». В планах увести с собой в Астану кубок турнира. Осы университетті Ақтөбе қаласына осы форумымен құттықтаем және... Поздравляю университет Жубанова с этим уникальным форумом. Я очень рад представлять нашу столицу. В октябре первый раз и в предвкушении дебатов. Этот форум дает возможность обменяться опытом и знаниями, обзавестись с друзьями. В этом году Республиканский молодежный форум «Жубановская весна-2018» посвящается программной статье главы государства «Взгляд в будущее. Духовное возрождение» и 20-летию города Астана. В первый день в целях знакомства с регионом для участников была организована экскурсия по городу и области. В форуме участвует молодежь с 5 областей Казахстана и нашего города. Завтра с 8 утра начнется регистрация участников. После пройдет экскурсия по университету. Торжественное открытие форума состоится завтра, 19 мая, во Дворце студентов. Будут проведены бизнес-тренинг, отборочный тур республиканских дебатов «Жубанов Кап» и круглый стол «Молодежь. Золотая опора нации». Анастасия Евсеева, Руслан Ельтаев, телеканал «Актюбе».